Так, господа, вот я снова с вами. Меня тут из лобби активно кикали. Лидеры, я так понимаю, стены или кто-то там, кто там создавал лобби. Я еще раз извиняюсь за такое вот, то, что меня это в списках стримеров на ProSeries на StarLadder. Я на самом деле стример на StarLadder. На меня подписан ВКонтакте этот Кипер, но Кипер куда-то пропал на 2 дня, то есть он последний раз ВКонтакте был 24 числа онлайн, поэтому я не могу как бы ему написать, чтобы он меня в список внес, потому что, ну, я не был стримером про серии долгое время, потому что я долгое время просто не был дома, я не мог вообще ничего стримить, и поэтому в списках я тоже не числился, но когда я вот приехал, начал опять стримить на StarLadder'е. Мне дали вот этот доступ, вот это все мне дали, добавили в конфу стримеров, в конфу про серии, то есть я там сижу, вы можете спокойно через ту конфу со мной переписываться, вот эти лидеры те же самые, то есть ни о чем волноваться не надо. Можете спросить у других стримеров, являюсь ли я стримером, они вам ответят, что да, являюсь. Опасения понятные, да, меня нет на сайте в списке, но это такое, это временно, то есть на днях я с Кипером договорюсь, что он меня туда добавил, ну как договорюсь, просто напишу ему, потому что его просто онлайн нету, поэтому я и не могу, собственно, никак с ним связаться, вот, извиняюсь сразу заранее за это, и за то, что меня с лобби кикали, ну как бы это, ладно, это такое. Ну да, как бы понятное волнение, что там мало ли я сижу за какую-то эту команду, там, не знаю, пишу им в личку, что там куда там на Рошана пошли все. О-о-о. Ну это такое, это на самом деле не так все, ну, это вот временно это все будет исправлено, вот это все, вот эти косяки небольшие. Ладно, начинаем смотреть игру, это вторая игра для меня на сегодня, ну уже третья получается игра, но вот вторые пары команд играют, то есть первую мы уже посмотрели, там Our Buy против Welcome to My Life играли, закончилось со счетом 2-0 эта игра в пользу Our Buy. А теперь у нас играют команды Кум, Control Your Mind, и, ну, про Каст Сларка, на самом деле эта команда называется Стена, вот такое у нее интересное название на StarLadder'е. Стена. Напоминаю, что эта игра проходит в рамках турнира StarLadder'а про серии 7 сезона. То есть играют сильные команды, очень сильные. Так, посмотрю, что на стриме, у меня там все нормально с этим, с видео, со звуком, вроде должно быть все нормально. Даже активность какая-то в чате началась, тоже меня это радует. Так, ну и смотрим, Darkseer и Nature Profit у нас в пиках от обоих команд. Ну вот видим Lifestealer'а и забанили, и Destroyer'а забанила команда Control Your Mind. Такие типичные баны, очень сильные персонажи. Ну а команда Стена, вот опять меня будет отпутать про Кастларка надпись, я сейчас вот... ладно. В общем, они забанили Виспа и Бэтрайдера. Более они боятся вот такого вот Бэтрайдера и Виспа. Ну, обычные, вот чисто обычные. Баны, ничего в них удивительного, все логично. Но отдали профита команде Стена и Darkseer команде Control Your Mind. Ну, забирают тут Висажа и Пака. Пошли у нас баны третьи. Все, горло у меня вроде прошло. Первые игры я стримил вообще с ужасным горлом, так что сейчас должно быть все идеально. Никаких этих... не знаю, никаких кашля, ничего не должно быть. Джакира отправляется в банд команды Стена. Ребята, напоминаю, что все вот эти отзывы, если вам не нравится, что я в стриме там, например, много какое-то слово говорю или еще что-то, что в прошлом стриме там я видел в чате какой-то парень психанул от того, что я постоянно слово голд говорю, голд, голд, голд. Он психанул и просто вышел со стрима, написал, что типа да ну его нахрен, не хочу я такой стрим смотреть, где голд постоянно говорят. В общем, вот такие мелочи, я же их сам не замечаю. Я вот говорю и говорю, говорю и говорю, я даже не обдумываю, ну, не думаю о том, что я говорю. Вот я вижу, я вот, что в игре происходит, то я и говорю. Ну, какая-то аналитика еще, и все. Вот всякие такие мелкие моменты, которые вам не нравятся, вы можете спокойно высказать в моем паблике ВКонтакте. Называется он, ну, vk.com/скримов, нижнее подчеркивание, дота. Ну, вот как мой ник, скримов, нижнее подчеркивание, дота. Там есть в обсуждениях тема отзывы, и вы там можете написать все, что вам не нравится, или что вам наоборот нравится, может вам понравилось, что я вот там голос мой понравился, не знаю, аналитика, ну все что угодно, короче. Вот, а мы смотрим игру, продолжаем, извиняюсь, что я так не застряю внимание на пиках банах, ну потому что, ну ничего тут интересного мы пока что не видим. Мы видим типичные пики и типичный бан. Правда, вот Луна и Shadow Demon'ом отправились в бан от команды Control Your Mind. Такие вот интересные баны, на самом деле, почему Ланаю начали бояться? Вот я уже какую игру вижу Ланаю. Тем более Darkseer, ну... Непонятно мне пока что это. В чем тут подвох? Что происходило с Ланаей, что она, что ее в бан теперь отправляют? То есть ее раньше и не пикали толком, ну редко пикали. Ладно, смотрим. Алхимика отправили в бан команда Стена вместе с Джакиром. Ну, Джакира я уже сказал. Вот пошли у нас пики.
Кстати, в Доте через Dota TV, если смотреть стрим, то там у меня был порог голоса очень плохой, поэтому иногда просто я глотал слова. Вот я говорю, у меня микрофон срабатывает не сразу, а через несколько, ну, через секунду, например. То есть из-за этого очень много слов, очень много букв уходило, непонятно куда. И не были слышны в стриме. Так что лучше смотреть, конечно, на Твиче. Тут я. То есть тут все есть, все идеально настроено. Вроде качество нормальное, ничего не лагает. Надеюсь, не лагает, я не уверен, но вот никто не жаловался, по крайней мере, еще. Вот. Поэтому через Dota TV там смотреть, ну, это такое. Так, Вивер. Вивера забрали себе команда Стена, а команда Control Your Mind забрала Нагу Сирену. И пошли еще у нас следующие пики. Так, посмотрю пока чат на Твиче, там что-то активные какие-то переписки. В Доте я слишком громко говорю, получается. Но это такое, на самом деле. Так, там команды уже активно все вот эти играют, которые в про-серии, там уже активно все эти игры идут. Ослик Гейминг там видел 1-1, с кем-то сыграли. Так, ну мы смотрим за этой игрой. Сразу извиняюсь, если я неправильно назову ник какого-то игрока. Вот, например, вот я вижу вот это вот этот ник, это 4 восклицательных знака. Я вообще не знаю, как этого парня называть или девушку, кто там играет. Ну, скорее всего, парень, конечно. Как бы я в основном буду называть вас по персонажам, так что не обращайте на это внимания. Вот буду говорить, Дарсир там сделал стяжку, там профит прилетел и так далее. То есть я пока что не привык еще по никам называть людей, тем более абсолютно незнакомых мне, которых я первый раз в жизни вижу. Первый раз в жизни их игру стримлю. Ну, надеюсь, игра будет интересная, вот для меня вот это главное. Так что, ну и для вас, я думаю, это главное, потому что смотреть на какую-то непонятную доту с какими-то идиотскими замесами, кривыми там, вот, где все фейлят, ну это неинтересно. Интересно смотреть, когда один человек что-то вытворяет такое прям вот ого-го, или даже вся команда. Так, ну и очень задумались почему-то над четвертым пиком команда Кум и не пикают. То есть 15 секунд уже осталось, это резервное время заканчивается, и что, это рандом что ли будет? Они устали. Алло. Включился, переподключился, но это не пикер. Так, и что это такое? 3 секунды, 2 секунды, 1 лину забирают. И нету резервного времени абсолютно сейчас команды Кум. Им придется пикать все очень быстро. Да, ребят, кстати, еще один способ узнать, что я стример от SLTV. Мои вот эти вот анонсы из моей группы, из моего паблика ВКонтакте репостятся в SLTV Tournament Page, то есть, ну, там, где вот эти все игры, там вот эти вот написаны анонсы их не все и прочее, то, что там вот на Старладере творится, туда это все пишется. Там 10 тысяч подписчиков, вы можете спокойно зайти, посмотреть, есть ли там мой анонс. Он есть там, конечно же, потому что я прошу его репост, мне его репостят. Ну, то есть, как бы все понятно. Чтобы не было лишних вопросов, чтобы не было такого, что у меня из лобби, который я должен стримить, который уже анонс висит там час где-то, меня просто кикают из этого лобби. Nux Assassin забрали себе, кстати, команда Стена, очень хороший саппорт, опять же, вот в связке с Висаджем. Квапу забирают, банят, точнее, команда Control Your Mind. Так, что там такое? На Dota 2.ru там стрим, надеюсь, нормально пашет. Извиняюсь, такие вот мелкие тут меня все интересует. Так, Герокоптер отправляется в бан от команды Стена. Итак, давайте я сначала вдумаюсь в эти пики. Ну, мы не видим керри у команды Control Your Mind. Это вот, вот есть Нага, есть Дарксир. Поэтому, собственно, отправили в бан вот этого Герокоптера. Ну, в связке, потому что с Нагой и с Дарксиром это там этот кулдаун влетает, расстреливать всех начинает Герокоптер. Короче, в общем, мрак творится. И, собственно, отличная связка. Но вот не дали им пикнуть этого Герокоптера. За что же они будут пикать как керри вот в эту команду? Спектру, вот он! Такая 60-минутная дота, я думаю, будет. Ну что это вот Спектра? Ну, хороший персонаж на самом деле, но слишком долго ему надо сфармиться. А вот у команды Стена есть профит и есть вивер. И вот сейчас они, скорее всего, пикнут либо кого-то керри, либо... Нет, вивер, я так понимаю, это, скорее всего, пойдет все-таки не на мид, а на... Ну, как керри, на триплу. Ну... Не, мы, конечно, видели Вивера как мидера, но мало его реализуют как мидера другие команды в таких вот про-сериях. Ну и Шторма забирают себе на мид команда Стена. Так, ну и вот начинается у нас игра. Объявлять игроков я не хочу, потому что...
Ну, потому что вы и сами все видите, во-первых. Во-вторых, ну, у многих просто ники, ну, нечитабельны. Ну, это уже не моя вот проблема, не я в этом виноват. И почему-то у меня немножко маловато FPS в Доте, я надеюсь, это... Только мне так кажется, или что это такое, или реально так мало FPS? Потому что перезапускать игру я не хочу. Ладно, смотрим пока что игру. Так. Секундочку. Ну и смотрим. Получается, ну, со спектрой, само собой, идут на легкий лайн команда Кум. Как бы спектра она на харде вообще не стоит. А вот команда Стена идет на низ. Ну, то и тоже, то есть на легкий лайн с Вивером. Ну и будет у нас такая вот маленькая китайская дота, если вот команда вот так будут стоять фармиться в спектре, потому что вообще уходить никуда не надо. Есть у нее, конечно, ультас, который она может собраться. Ну, смотрите, она даже не купила себе... щиток, ну, банальный щиток, как бы, ну, вот с такой триплой, я думаю, вот можно в хардлайне идти, то есть Вивер, Нюкс и Висаж, ну, они в хардлайне могут дел натворить ого-го каких, это очень сильные нюки, там у них станы и все, вообще все есть, все, что нужно. А, в то время как у команды Кум, ну, тоже есть там станы какие-то, ну, вот где тут этот еще один сабр, ну, вот Нага, ну, равное там противостояние такое было бы, даже не хочу заглядывать на это, на все. Все равно мы противостояния никакого не увидим в начале. Зато мы увидим, как будет Шторм стоять против Пака. Ну, такое обычное состояние на миду. Видим, кстати, Пака опять вот через 0 талисман идет Пайк. Сегодня я это уже два раза видел. Вижу уже третий раз. Ну, типично так, типично. И Шторм, кстати, тоже с 0 талисманом. Саппорт ходит, варды ставят. Ну и наблюдаем за этой игрой. Так, вот Фуриан пытается, кстати, не с леса он начал, он сразу выводит все крипов, и смотрите-ка, вот принимает весь, все удары вот эти, вот самый крип, который и так сейчас бы умер бы, то есть вот они запилили его, ну смотрите, вот, а, не успел профит вывести, конечно, но сделал все очень грамотно. И, кстати, смотрите, как спектра проседает тут вот, даже от обычных крипов, вот, ну, что, ну посмотрите на это. Так, и профита, ну, не прощают. Хотя, ну, ну, дамага нету. На первых левелах у этих саппортов есть стан, есть сетка, да, но дамага-то от этого больше не становится. То есть пинать-то там времени не особо много. Спектра вообще не стал даже подходить, у нее ничего, кстати, не вкачано. Вкачает она, конечно, по ситуации, но даггер тут просто необходим. Да, вкачал он все-таки даггер. Каста внизу. Ну и Вивер вообще на фрифарме, потому что Дарксир у нас сразу в лес пошел. Собственно, не пытается он как профит там чего-то доказывать вражеской команде. Ну, у профита вот затар не фас никакой мидас. Вот видели мы, вот в прошлой игру я стримил Аур против... Аурбай, точнее, против Welcome to my family. Там профит сразу купил себе за 500 эту перчаточку и пошел в лес фармить, даже вообще не парясь. И был у него быстрый мидас. У этого в профит я не знаю, что тут будет. Крипов он особо не добивает. Да его особо-то не гнобят никак. Но придет момент, когда его, ну, раздамажат. Ну вот просто, смотрите, вот банально даже сейчас этот Риптайд первого уровня. Это 130 дамага и минус 2 брони. Это, ну, его убить. Вот смотри, все, идут его убивать. Ну и что? Вот. Лина, сейчас крипы-то забьют. Смотрите! Господи, профит делает ФБ. Ну... Я бы не сказал бы, что прям профит так и знал, что он сейчас ФБ сделает. Но вы видели, вот это просто Лину крипы забили до смерти. И вот такие фейлы в про-серии, ну, забавные очень. Ну я не знаю, ну как вот такое может быть вот в про-серии, Это ж не аматорка и даже не семи-серия, это про-серия. Господи. Ладно, не будем зацикливаться на этой линии. Это фейл, это с кем только не бывает. Но, блин, ну все равно нелепо вот ФБ на самом деле. То есть профит... Где это слыхано, что профит делал ФБ на трипле? То есть против триплы стоя делал ФБ на хардлине. Это бред какой-то. Ну дали ему буст по голде, конечно. Сейчас он будет вообще легко стоять. Даже вот я не знаю, полезут ли его еще раз так убивать. Я думаю, полезут, но в этот раз все-таки подумают головой, прежде чем под толпу крипов заходить. Вивера тут 19 крипов, топовый крипстас на карте. Но это не удивительно, потому что он стоит один. Линия пустая, саппорты тут пулят, ну не пулят, а что-то они тут вообще стоят, ничего не делают. Первого левела, я так понимаю, просто стаки делают, там что-то пытаются отвести и так далее. Дарксир тем временем у нас четвертый левел, получает потихонечку голд, фармится он в лесу, очень хорошо себя чувствует. Ну, Фуриан-то тоже себя хорошо чувствует, как это ни странно. Еще и вот такие вот отводы мутит, ну что это такое? Ну, это пот.
Это потная дота. Вот опять его идут забирать, смотрите, вот в принципе-то... Ну вот, он шустрый какой-то слишком, очень шустрый. У него есть ботинок, в то время как у триплы тут ботинок есть только у спектры. А, на миду у нас 20 крипов у Штормпанды, 13 у Пака, проигрывает Пак по крипам. Непонятно почему, атаки-то у него чуть побольше, но опять же, то есть это такое. То, кого переласхитят и так далее. Угу. Ну, Дарксир у нас ДД сейчас... Так, Штормпанда залетает на Пака, но... Чуть-чуть его попинало и все, и отпустила. У Пака, точнее, есть фласка, есть банка. Отпивается он сразу же. Ну, саппорты тут просто без остановки что-то стакают. Вивер это все фармит. Вот, ну, все, что тут на лайне творится. Ну, то есть, вообще, все ровно. Все абсолютно ровно. Вар тут, кстати, поставил команда Кум вот только что. И вот все-таки хотят они зацепить профита, но не получается. Профит очень аккуратно играет, получает опыт по максимуму. И главное, вот смотрите, отвод-то не перекрыт, может сделать отвод. Почему не делают отвод команда Кум? Вот пошла Нага, я так понимаю, стакать там. Вот как раз сейчас он на 53 секунде застакает там все. И сделает двойной пул. Все у него будет отлично. В принципе, сейчас Фуриан перестанет получать экспу. Но у него уже 5-й левел, посмотрите, 5-й левел у Фуриана настоящего в хардлайне. Где вот это вообще слыхано такое? Спектра покупает себе ПТ, и у Фуриана это тоже сейчас будет что-то такое, какой-то ботиночки. Я так понимаю, это будут фейзы какие-нибудь. Очень любит. Вот смотри, и Фуриан... И Фуриан видит прекрасно Рину, и еще и попытался ее развести. Попала она, конечно, станом. И сейчас эти Фуриану могут быть проблемы. Вот пытается его раздамажить саппорты. Но умирает он, конечно. Вот, ну, как бы вам сказать, ну... Слишком он вот много, вот, я не знаю, на себя брал. Вот он так стоял, как будто он царь хардлайна. Вот Фуриан царь хардлайна. Кстати, Шторм убивает Пака. И остается с 10 хп. Я не заметил вот этого момента. Смотрел наверх. Перетягивается, смотрите-ка, трипла наверх от команды стена. Ну как трипла, то есть саппорты перетянулись. Вирус там стоит вообще на фрифарме, на глобальном. И сейчас можно спокойно цеплять. Вот цепляют они спектру и спектра, смотрите, как получает-то по заднице. И сейчас может отъехать. Но, да, есть спруты. Есть плевок, отъезжает спектра. Получается, что трипла даже с вот этим вот профитом, как бы, ну что это за персонаж такой? То есть он хорошо может стоять хардлайн, там, в силу того, что он может в лесу фармиться, но он, от него больше толку, чем вот от спектры. И смотрите, и не хотят же уходить команда стена, они цепляют Лину просто в спину, пока там все остальные бьют Фуриана. И Фуриан остается живой, а, кстати, вот Висаж немножко сейчас, ну да, Висаж слишком далеко зашел, стоял очень долго, точнее, там, не знаю, что он там смотрел. Ну и отъехал. А, Пак. Пак у нас бежит наверх. Ну, собственно, вот нет смысла того, что он туда бежит. Возвращается он все-таки на мид, да. Штормпанда тем временем 7-й левел забрала на хосту. У Пака 6-й левел. Немножко он проседает по левелу в силу того, что слил один фраг. Ну, что-то поделать. Это дота. Так, что у нас там Фуриан делает? Фуриана фейзы, как я и говорил, и 300... Денег, я не знаю, 300 голды. Вот я хочу сказать это слово, но кому-то оно на прошлом стриме не понравилось очень сильно. Сейчас по секундочку посмотрю, что там творится. Что-то там у меня на стриме. А, нет, на стриме все нормально. Вроде, FPS вроде нормальное. Так, и что мы видим? А мы видим то, что опять у нас Пака цепляют на миду. Шторм, и, кстати, и Пак! Пак, Пак! Лол! Это... Кто получается кого? Шторм убил Пака, но Пак убил Шторма. Такой размен тычками. Причем мне понравилось, как Пак увернулся шифтом от вот этой тычки электрической. Довольно красиво получилось. Ну такая, знаете, прям дуэль, где друг друга все убили. Ну опыт-то получил кто у нас? Шторм получил опыт. А Пак остался опять без опыта. Так, и что у нас тут? Вивер, Вивера. Есть ПТ, есть 500 голды. Голды, да, именно голды. Ну, Фуриан потихонечку, помаленечку. Не через мида, кстати, идет, обратите внимание, сразу. Вот, ну, типичный хардлайновский Фуриан, который вот именно на лайне стоит. То есть нету мидаса, есть вот ботинок сначала, а потом уже, может быть, и будет какой-нибудь мидас. И вот Пака пытаются схватить, создал спрутов тут, ой, деревьев, точнее, этот профит. Ну и забивают Пака просто с руки. Тут сюда же ТП делает Дарксир, стягивает всех. Так, и Пак-то живет, убивает Шторм... Нет, Штормпанда. Штормпанда живет!